Стартовал первый республиканский слет для молодых педагогов в специальных школ. В течение 2 дней участники будут обмениваться опытом в области обучения детей с различными нарушениями здоровья. Всего в работе слета задействовано 47 педагогов из различных образовательных коррекционных учреждений республики. В первый день участники посетили нетворкинг Ассоциации молодых педагогов Якутска, ознакомились с республиканской специальной школой-интернатом, а также провели проектную работу по командам. Мы проводим этот слет с целью, чтобы объединить вот это направление наших учителей, которые работают с детьми, с особыми детьми. И хотелось бы, как итог нашего слета, принять какое-то решение, резолюцию и, может, сделать какую-нибудь даже ассоциацию молодых педагогов именно системы коррекционного образования, так как у нас в республике пока такой ассоциации нет.